Здравствуйте, ребятушки, девчоточки. Я, как всегда, категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жук Муравейник. С вами дядя Саша Великий Ужасный. Сейчас будете смотреть 33-ю серию моего прохождения игры под названием The Last Stand Aftermath. Если я ничего не путаю, у меня там идет так называемый четвертый круг прогулочек автомобильных по Одищу. Ну что ж, давайте-ка не откладываем дело в долгий ящик и не оттягивая кота за бубенцы, продолжим это увлекательное рандеву по постапокалиптическим пустошам. Забыл провозгласить, да поможет мне великий рандом, потому что тут от него тоже зависит много. Так, я приехал вот сюда, в мотель, я в мотеле. Так, что у нас в мотеле? Раз, два, три, четыре, четыре места. Так, что у нас по оружию дальнего боя? Ватсон, у нас много всего, да? Так, а на что у меня надет? У меня вот эта электрическая насадка надета на кольтецкий. А еще у меня есть дробовик, да? Ладно, пока мы с кольтецким. Так, у меня антивирусол действует и еще один есть. Так, значит, мотель, говоришь, да? Опа, на прыгунец. Прыгунца нахрен гасим. Оглушили, все, прыгунец минус. Так, тут бойцы прут. О, толстячок, ты меня называла. Ой, там большой. Шурик, валим, нахрен, валим, Шурик. Большой стукнулся. Он пока оглушен, его надо гасить. Гаси, паразита. Ой, он почти готов. А, все, готов. А, все, готов, паразит. Так, не подходи ко мне, у меня Жикан. Не подходи, Жикан. О, мое почтение. Взрывмейстер. Так, а что, я двух взрывмейстеров отминусовал. Так, а если обвес, вот этот прекрасный, прелестный обвес, поставить на дробовик? Да? Так, и для оружия дальнего боя использую, допустим, себе вот сюда UMP. А что у нас на UMP есть? Удлиненный магазин на нем стоит? Не стоит. Поставить. Так, этот на нем стоит? Поставить. Цельный указатель стоит. На дробовик его. Так, все. Значит, UMP-ху заряжаем. С указателем, с указателем. Так, дробовик. А бы он меня не подвел. Так, а что это на нем прицел, я не вижу. А он, знаешь, в каком случае тебя подведет? Ну, если ты будешь гасить по взрывмейстеру. Взрывмейстер он, конечно, не убьет. Потому что взрывмейстера его надо остановить. И сейчас хп у них больше по настройкам. Блин, эти провода сраные мешают мне. Ага, оглушила тебя, бусурмана, да? Ишь ты, отребья бусурманские. Ага. Отведай, бусурман, силушки. Богатырической. Что-то он не хочет ни хрена отведывать. Такое ощущение, что все мимо летит. Минус. Так, поближе подпустим их, поближе. Блин, провода вообще мне прекрасно весь экран закрывают. Ах вы, нежити мерзкое. Давайте употреблять русские слова. Что это за какие-то зомби? Давайте называть их нежитями. Ну, хотя зомби, наверное, тоже нас... Хотя нет, зомби это не наше слово. Но это, наверное, какое-нибудь там это, африканское. Африканско-негритянское. Это у них там эти, оттуда зомби пошли. Откуда есть пошли зомби на Руси? О, женщина. Так, собираем ухи. Собирай ухи скорей. Да, или уху скорей. Ухи, уху, в общем, что-нибудь собирай. Собираем. Так, значится, текс. Текс. Смотри, валяется. И дымится такой паразит. И дымится он. И хохочет он, злой шутник, озорник, паразит. Извиняюсь. 37-й, извини, пожалуйста, шестигенка. А что у нас вообще? О, антивигусол. Антивигусол. А, на этом, наверное. На кразе, наверное, на вот этом. О, батарейка. О, Гранд Мерси за батагейку. Мне как газ она нужна, у меня же не было ни одной той. О, еще одна батагейка, две батагейки. Давай еще, пацаны, дайте батагейку. О, женщина, у нее рука что ли вверх поднята? А я голосую. Она говорит, где тебе батагейка? Ни кг на себе. О, канистка. Канистку надо отнести в машину. Бегом с канистрой до машины. Я бегу с канистрой до машин. Неожиданно ко мне подходят зомби, нежити. Я стреляю в них и вдруг не попадаю. Все, капец. Полнейший, блин, капец. Так, значит, там у нас верстак типа огонь, слушай.
Слышь, ты певец земли русской, надо к верстаку типа огонь подойти, да? И сделать на нем что-то... Ух ты, хомерочек. Ого, АК-47, спагативная винтовка, двухбагабанный магазин. Слушай, а мне не второй ли мне АК дали? Да, автогой, точно, автогой. У меня два АК, ты глянь. Я бывало годами ездил, и мне ни один АК не давали. Ни один паразит и АК! Откуколоться. Так, все, ага. Так, антибегусол, пошли забегем. Так, а что ты не исчез? В тебе что-то есть. Так, а что ж в тебе есть? Лом. Стуки. Так, зомборец. Так, зомборецкий. Дворецкий, зомборецкий. Так, забираем. Конечно, забегаем. Мы очень сильно забегаем. Так, тут у нас что? Обыск проводим. Так, что-то мне телефон говорит, у него осталось 20%. Ой, я потерял, что там было написано. Так, извиняюсь, пауза. Так, телефон мне сообщил, у меня просто на нем таймер включен, чтобы я не заигрался. А то же я могу и заиграться. А он сообщил, что у него 20% зарядки осталось, паразит такой. А мне, может, с него вечером еще сегодня час читать. У меня же ноут-то поломался, ждет приезда деталек, ноут, с которого чат читаю. Не, конечно, можно купить и... Как его, а что это за засада? Гляй, по башке падает и бьет. Ты смотри, это ловушка, что ли, какая? Можно и нужно, наверное, купить себе монитор второй. Ну ладно, подождем пока. Детали приедут в этом. В марте обещаются. Может, конечно, ни хрена не приедут. А может, конечно, ни хрена и не починится. Но я просто, знаете, как думаю. Поиспытываем пока некоторого рода трудности. А то что-то больно. Живем мы что-то без азарта. Да, однообразно, как в раю. Надо немножко помучиться. А зачем помучиться? Не знаю, зачем-то помучиться. Ноут есть. Ноут есть, старый ноут, на котором я раньше чат читал. Сломался тот ноут, с которого я раньше стримил. После того, как я собрал себе комп, он перешел в раздел типа монитора. Я с него стал чат читать. Вот. Ноут есть другой еще. Совсем старый, но на нем супруга работает. Она у меня же... Учительница. Так, вот я поломал эту штуку. Больше на меня только сейчас яд разойдется. Вот. Короче, ноут светошумовой. Той самой Светланы Сергеевны. Слыхали про такую? Я про нее постоянно говорю в этой игре. Когда подбираю гранат светошумовую. Вот. Ну, светошумовая училка работает. И он ей нужен для работы. Он хоть и старенький. Она говорит, он там открывает по полгода ей странички, но... Так, а что же у нас еще какой-то неизвестный? Опять, наверное, какой-нибудь тайник за этим сзади стоит, да? Сейчас глянем. Тайник сзади стоит опять. Что тут повторяется вообще все полностью? А, верстак, наверное. А, еще... Погоди. Еще один костер, типа... Я что-то не понял, а что ты? А, тайник все-таки он стоит. Не, ну он обыкновенный. Так вот, ноут-то я не уберу. И сегодня вот сейчас стрим у меня дневной будет. Сейчас я буду читать. А вечером она придет. Мне придется его отдать. Она скажет, паразит, верни сюда. А ну-ка, ноут на базу, скажет светошумовая. А вы знаете, со светошумовой лучше не шутить. В этой игре она вообще глушает. Да. Я же не зря называю гранаты светошумовыми Светланой Сергеевной. Не зря. Так, бита с шипами. Давай сделаем. Точнее, доска с шипами. Так, а что у меня там... Вообще есть. Что у меня там вообще есть? Ты. Это все, что у меня есть, что я сюда могу положить. Так, а почему я не могу сделать? Я извиняюсь, я тут отвлекся. Почему не могу сделать пропан? А, нету ни спирта, ни пластиковой бутылки. Ну, поскольку спирта нету, то мы головы себе забивать не будем, да? О, электроника! Вау! Уймись, бешеной! Так, ты смотри, неплохо я всего тут нахапал, да? Да. Сейчас еще пару несчастных зомбаков зарежем. Если вы не согласитесь, они вас зарежут. Так, карманные предметы. Тонизирующие травы, чистая вода. Консервированные консервы. Давай сожрем консервированных консервов. Консервантов. Так, пока у нас все идет нормально. Правда, смотри, почти первая ячейка замутировавшая, да? Когда это она успела так грандиозно замутировать? А вот вы мне скажите. Когда это она успела? Так, ну чё, на выезд, да? Это мы откуда выезжаем? Это мы в затонувший город. Ну, я думаю, да, поехали через тайник в затонувший городок. Городок затонувший. Отправляемся, в общем, всё. Пора! О, моё любимое место.
Тайник с припасами. Ну, нарисован тайник, который с пинка открывается. И при нем, смотри, прием. При нем антивирусол стоит такой красивый. Но это не обязательно будет так. Можно пойти сразу к этому тайнику, найти его и открыть его. Опа-на, пацаны. Так, пацаны. Блин, я сейчас начну стрелять, как бы тут не прибежала вся толпа нахрен. Да? Да могут. Могут прибежать какие-нибудь. Какие-нибудь гонсалесы. Спиди гонсалесы. Да вон они уже идут, смотри. Ой, Шурик, не дело ты затеял. Ой, не дело. Обвес. Так. Сюдой. Оружие дальнего боя. Сюдой. Так, ну-ка заряди-ка мне. О, погоди, там обвес есть. Двухбарабанный магазин отсюда поставить, да? Так, перезаряжаем. Ладно. Да ты его не зарядил, у тебя ж не заряжено. Ну вот теперь-то он у меня заряженный. Теперь да. А то смотри, тут прет такое чучело. Взрывмейстерообразное. Да можно не перезаряжать тут патронов до жопы. Не, ну тебя-то я могу и руками долбануть. Чё ты, дядя? А вот этого надо так вот бить. Да, на него только патроны тратить. Так, погоди, оружие ближнего боя. Доска с шипами. Отведай буржуйской доски с шипами. Точнее, буржуй. Не буржуйской. Так. Все. Минус енти. Так. Тут-то где-то пункт. Ой, вон этот прыгун. Блин, тут этот. Препятствие. Все, минусочек. А, не, он глушеный. Не минусочек. А, я понял, что это за точка. Это где закрыто этим, да? А, все. Там что, бронированный идет? Так, ну здесь где-то большой должен быть. Он там где-то в правой части карты должен быть. Доской ему по башке, паразиту, прости. Прости, паразиту. Ой, там выйти просит. Выпусти. Чего? На кого батон крошим? У вас еще батон не отрастил, красишь, шить его на меня. Вот отрастишь... Что такое, кашель какой? Отрастишь нормальный батон себе. Тогда и будешь на меня выкрашивать. Пока не сметь на меня крошить ваши дурацкие батоны. Так, чувачок, извини. Так, блин, еще один чувачок. Нет, это кто там? Мадемуазелек, по-моему, да. Мадемуазелек. Так, ну вот это, смотри, группу туристов-то, ее же можно угостить. Конечно, ее нужно угостить, потому что их здесь слишком много. Так, угостили? Угостили. Так, угостили. Так, открыли. Так, кышки собрали. О, большой. Большой. Так, вот тут двое в лодке. Убиты. Так, большой идет, он ко мне идет, да? Да, он идет определенно ко мне. У него есть на меня планы. И прыгунец, ни хрена себе, вот это подстава. Так, большой. Беги, ударяйся. Чё ты замер? Женщину. Большого. Большие чуваки. Блин, ну конечно с винтовки его убивать тяжко, но годится. Так, ты тут у нас что? Русо-туристу облика Амурали. Так, тебя тоже. Глянь, вот их сколько тут, а? Иди в задницу. Бежит он тут ко мне. Нате в борщи все. Так, погоди, оружие ближнего боя. Карманный ножичек. Так, тут у нас чувак один, его глушим, этого тоже режем, так. Чё, уморилась, да? А, что-то дышит часто. Так, о, боевой нож, не туда я здесь. I'm here, как говорится, в смысле я здесь. Не то, что там вы подумали, а здесь я. Так, из большого достаем ухи и кров. Продил тогда он свой кров, пробилил полотна и холест. Так,
Вот кровь он мне. Мы твой кровь потом продавать будем. Граната метательная. Я бы сказал, надо на ней писать не метательная, а взрывательная. Какая же она метательная? Так, неизвестно. Ну там должна быть куча антивирусолов. Я знаю это место. Я тут бывал не раз. О, так женщине поплохело. Так, смотри, вот этот чувак не исчез. У него есть уши и... А, это шпрыгунец. Так, женщину давай. Подрежем. Так, тут вот еще кому-то поплохело. Я гляжу, тут всем поплохело. И сзади кто-то ко мне там идет. Так, ей сильно поплохело. Так, металлический лом. Тут я где-то пузырь видел. Пузырь возьмем, пригодится. Так, ну что, пошли, Шурик, там антивирусол действие свое заканчивает. В этой кучке кровавых кровавостей ничего мы не найдем с тобой интересного. Так, ну-ка себе боевой нож. Так, у него там что, батарейка? Так, вот эту хрень сразу взорвать, чтобы я ее потом случайно не взорвал. Бля, а этим чертям похрену, они даже не это, не загорелись. Так, антивирусольчик у нас есть. О, не, загорелись, извиняюсь. Такие загорелись, черти. Вот и горите. Боевой ножичек. Что, долго он горит, брат, тебя. Фига себе, он не сгорел до конца, прикинь. Это как это так? Так, антивирусолы у нас там. Ты с ума, что ли, сошел? Ко мне так быстро, близко подбегать. Так, Шурик, предлагаю пойти открыть этот домишко, да? И определиться, с чем мы сейчас будем отражать нападение. Отражать нападение мы будем с тобой. Да будем, конечно. 154 в ЮМПихе. А, не, погоди, 164 в этом. А, так это у нас здесь есть. А что там у нас по дробовику-то? Оружие дальнего боя. В упор можно из дробовика погасить, в принципе, их немножко. Так, обвес давай повесим на... Что там у меня сейчас напялено на себя? Вот на это, да? Давай, так, это у нас что получилось? Погоди, а удлиненный магазин еще надо на него навесить. Он на нем есть? А, на нем, походу, он есть. Еще раз навесим. Так, это у нас дробовик по цифре 1, то есть по цифре 2. По цифре 1 у нас вот эта штука. Так, все, пошли, там антивирусол сейчас кончится, надо его действие-то обновить. Надо действо обновить. Так, открываем дверь, заходим. Так, антивирусол за капли дают. Так, ну это мы, как всегда, открываем, да? Тут нам петушару дали. Так, это мы берем. Вас... Да блин, Шурик, Шурик... Да, я понимаю, каждый раз одна и та же тема с этим дурацким шифтом происходит. Вечно я вылезаю, как чучело. Я же не хотел вылезать к ним, но... Вот так когда-нибудь тебя укокошат. Укокошат. И шо как укокошат? Так, канистра. Чё ты там встала? Иди давай. Шевели копытцами своими. Так, карманные предметы. Бинты. Надо нанести на свой организм. Все, что ли? Больших больше не будет. Да, их и больших-то уже давно. О, батарейку еще дали. Так, тихо. Хорошо, что хоть у колодца успел до того, как бить начали, да? Да. Успел. Так, это я штуку обыскивал. Обыскивал. Так, тут он у нас вот заклинило, господ. Тут видишь, чем плохо. А ты когда взорвал эту хрень, ты открыл тут так. Тут что-то было написано, что их обыскать можно, а потом что-то пропало. Так, эту канистру взять пока я не могу. Так, ну надо, наверное, что-то отнести. Так, калаш. А, то есть под калаш у меня рецепта нету, как чинить, да? Угу. Рецепт починки калаша. Давай починим. Рецепт изготовления батарейки. Давай изготовим. Рецепт баночной бомбы. Давай изготовим. Детали оружия ближнего боя. Давай сделаем. Кухонный нож. Давай починим. Так. Баночная бомба. О, боевой молот. Ух ты.
Кирпич и детали оружия ближнего боя. Попробуем? Ну, написано тупое. Ну, давай попробуем. Ну, боевой же молот. Ну, да, боевой же молот. Надо попробовать, что за боевой молот. Так, тогда еще нам нужно сделать детали оружия ближнего... Детали оружия ближнего боя, говорю, сделай. Так. Бинты не надо. Кровопийцу найн. Так, ладно, пошли. Сейчас я вас с боевым молотом. Ну, он тупой написано. Ну, тупой. Так. Антивирусол. А, ну, относим, короче, припасы, да? Относим припасы. Возвращаемся за канистрой. Потому что у меня вообще ни капли нету этого топлива. Топлива вообще нет. И потом еще надо открыть тайничок. Сейчас я боевой молот скоро буду на вас испытывать. Тот, кто быть желает молот, пусть испытывает боевой молот. Так, а канистра только одна у меня здесь, да? Слушай, обычно здесь две бывало. Вопроса нету? Не, вопроса не осталось. То есть мне сюда только раз за канистрой сходить, и потом я могу отсюда валить. Не, у тебя там еще антивирусол есть. Ну да, есть. Так, слушай, Шурик. Давай мы на ЮМПиху перейдем. Там он опять какая-то бабища лезет. О, Светлану Сергеевну дали. Смотри, сейчас вот вроде как я уже их приглашал, да? Вроде они ко мне уже прибегали. Ну вот сейчас я запущу эту шляпу, их опять будет много. Угу. Ну, они типа заспаунятся, я не знаю там, что там произойдет. Ну и где? А, мелочь бежит. Ты, блин, серьезная толпа. Да? Это такой быстренькой прям. Все? Серьезная толпа кончилась. Ну да, теперь будут прибегать уже одинокие одиночки. Так, что же мне этот прекрасный тайник даст? Сейчас поглядим. О, много всего даст. 81 патрон, 45-го калибра, ракетницу дают. Ну слушай, так-то в общем и целом, как Светлану Сергеевну дали мне одну. В общем и целом, конечно, годится. Так, а что там, антивирусол я могу себе положить в карман еще один, да? Да, можешь положить. Все, больше антивирусолов тут нету. Все, верстак-то открыл, все, открыл. Тогда валим отсюда. Валим, канистру подобрал. Сколько топлива в ней, я не знаю. Ну, насколько хватит, тут туда и укатим. И приезжаем мы теперь в заболоченный край, да? В заболоченный приехал в заболоченный я край. Так, треха, как раз до следующего пункта. Мне впритычок-то и хватает. Тонизирующую травку хряпнем. Зря, что ли, делал. И чистой воды хряпнем. Зря, что ли, собирал. Так, ну и давай забинтуемся, Александр. Да, надо забинтоваться. Так, ну все, седайте. Седайте, туточки, поехали. Так, теперь путь. А, ну я в любом случае доезжаю только до Седова. А потом как? А потом ХЗ. Вот было бы неплохо, знаешь как, блин, вот. Ну хотя можно вот так, сюда, а потом либо сюда, либо сюда. А в убежище вот она. А, тогда через убежище, вот так, да? Тут у нас Мишка. Тогда мы пропускаем пункт скросса. Ладно, короче, в любом случае, вот в этот брошенный... Нет мне дороги в твой брошенный лагерь. В брошенный лагерь. Так, там у нас женщины плюющие, да? Тяжелые чуваки. Значит, мы сейчас кольтецкий себе в руки и МПХу. На кольтецкую насадку эту сверкающую. А, я понял, что это за лагерь. Беспонтовое место не люблю. С прудом, по-моему, да? О, сколько их там много-то. Так, Шурик, давай присядем. Так, оружие дальнего боя. Так, у нас и калаш есть, но на него мало патронов. Так, кольтецкий нам. Сюда. Обвес. Так, на кольтецкий вот эту хреновину напяливаем. Так. Значит, у нас на цифре 1 вот этот, но он без глушака, да? А на цифре 2 у нас кольтецкий. Но он тоже без глушака, да. Так, что у нас тут? Верстак где-то рядом. Так. Приседаем. Председатель как барбос. Пол колхоза в дом унес. Так, взрывмейстера отминусовали. Я сюда к вам вообще зайти смогу? А, пацаны, вас тут так много. К вам зайти получится? Капец вообще.
Ой, женщина пришла, твою дивизию. Хочется плюнуть, сказала женщина. Да ты чё, я думал, я тебя убил. Я хрен там плавал. Уши забрали, так. Хрен там заплывал на спине по Финскому заливу. Так, ну чё, пошли в брошенный лагерь. Тачку чинить надо. Странно, тачка вообще не испортилась. А почему так? Нате в борщ. Нате в щи. Так, угля, тут патроны валяются, да? Ну-ка, Светлана Сергеевна. Добро пожаловать. Светлана Сергеевна, Света Шумовая. Так. Не знаю, будет ли у них тут антивирусол. Так, тут у нас опять Светлана Сергеевна. Тут у нас хрен его знает что. А большой перелезет сюда? Да, смотри, перелез паразит. Вот вы меня задрали-то толпой все, а? Один обниматься лезет, другая плеваться хочет, а я что делать вообще не знаю. Обнимашки-поплевашки. Ухо мне, пожалуйста. Ветошь мне, пожалуйста. Так, а там он бульк-булькмейстер, смотри, бурлит. Так, а мне туда надо? Да, мне туда надо идти, как ни странно. А почему надо? Потому что там канистра лежит, да? Да, там лежит канистра. Но мы пойдем вокруг. Мы вокруг пойдем. К нему вот даже вот хоть гранату кинь, хрен ты его взорвешь. Вот такой он паразит. О, еще один булькмейстер. Так, тихо, быстренько мне... Да блин! Я не понял, я у колодца-то успел. Да вы что по одному-то прибегаете, а? Боевой молот. Ну, не знаю, насколько этот боевой молот будет эффективен. Насколько он будет молот. И насколько эффективен. Так, ну здесь антивирусола хрен будет. Я тебе так скажу, Шурик. Поэтому, ну, здесь вот канистра лежит в этой штуке. Там он булькмейстер. Так, а канистры здесь никак, только вокруг. Там тоже булькмейстер. Так, канистру мы взяли. Так, здесь у нас что интересного? Машина. Тут трава какая-то. Так, все, надо отсюда быстро уходить. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть верстак и тайник. Сейчас глянем, что за тайник. Там еще ящики могут быть. Бамс! Тяжелый молот. На, по башке. Машина пустая. Так, верстак. Ну-ка, давай на верстак зайдем. Так, тут пацаны ко мне хочет подойти. Да блин. А сразу вырубил. Ну, молот хорошая штука, смотри. Вырубает он их наглухо. Ой, там он оглушенный. Добить, Шурик, добить. Так. Значится. Консервированной хрени. О, давай мы сразу эту консервированную хрень пожрем. Так, а что ты хотел на верстаке? А, я не знаю, что ты хотел на верстаке. А что я на нем хотел? Пфф, не знаю, что ты хотел. Что нам надо на верстаке, Александр? Бомбы сделать. Кровопийцу. А, не, зубчатый молот. Не, бомбу мы сделать не можем. У нас для бомбы нет ресурсов. Так, кровопийца, зубчатый молот. Нам пока все это не надо. Так, это ящик. Кирпич. Так, а тут это что такое? Тоже какой-то ящик, да? Глушитель для пестика. Кстати, глушитель для пестика. Кстати, нам дали глушитель для пестика. Ну, давай же мы его сюда и поставим. Мы сейчас вот с этого же стреляем. Слушай, а там можно петушару поставить. Петушар, он вроде более скорострельный. Так, это припасы. Я не могу сразу и припасы тащить. Тайник у нас вот как выглядит. Так, я хотел подойти к этому, к забору. Я что-то у забора чуваков пострелял огромное количество. О, батарейку нашел. Это у какого забора было? Хрен его знает. Там, где моя машина, я вылез и стрелял. Не, ну там от них хоть какие-то следы должны были остаться. Я там толстяка укокошивал, я помню. Это, наверное, здесь и было. Вот это, походу, уж... Это-то, походу, был толстяк. Ага, вот смотри, ящик какой-то. В ящике пуст. Да, слушай, тут можно по-быстренькому пролезть вот через эту штуку.
Толстяка вообще никаких следов, короче, не осталось. Так, верстак типа костер нам нужен. А на кой хрен он нам нужен? Так, машина заправилась. Гля, какой тяжелый молот висит. Да, таким, конечно, махать. Слушай, а там точно один кирпич? Такое ощущение, что там два кирпича. Суммарь вот это проверить. И водички вот тут набрать. Все, чистая вода, уезжаем отсюда. Не, как верстак мы это, точнее, тайник мы это открывать. Найн! Батарейки мы, пожалуй, себе сберегем для будущих свершений. Так, авто, как ни странно, у нас не получило никакого урона. Странно, конечно, ну да ладно. Так, антивирусов у нас с тобой заканчивает свое действие, поэтому нам бы желательно поехать туда, где он будет наверняка. Ишь ты какой наверняка. Наверняка он будет вот тут, скорее всего. Ну вот мы, значит, сюда и едем без вариантов. Потом мы можем и сюда поехать, и сюда, и сюда. Значит, пока сюда. А там по результатам. По результатам посещения этого прекрасного, злачного местечка. Поехали посещать военную заставу. Да, военная застава, это вот на таких кразокомазах. Обычно есть антивирусол. Давайте же посещать. Давайте. Так, вон чуваки стоят с этим, значит, тут тоже они сидят. Так, тут у нас группа лиц. Группе лиц кидаем гранату. Так, лица взорвались нахрен. Так, слушай, а вот тут у нас группа лиц. До них туда долетит. А, если вот туда им кинуть? Да я не знаю, давай кинем. Тут вон канистра рядом стоит. Они вон потихоньку выходят. Ну, можно еще им одну кинуть. Ну, убило какое-то количество. Ну, можно еще одну кинуть. Там, по-моему, женщина плюющая. Что-то куда-то бомба не туда полетела. Бомба, ты куда полетела? Там женщина, женщина, возвращайся. Не хочет возвращаться. О, возвращаются. О, идут толпой. О, ребят, подарочек. Подарочек теперь как раз вам. Как раз вот женщине сейчас бабах. Да ни хрена она. А, не, все померли, кроме женщины. Женщина, она стойкая. Женщина, они стойкие. Да, глянь, опять стойкая. Ой. И ты же заражаешься. Да я понял уже, да. Что я же заражаюсь. Я, конечно, это... О, батарейка была у женщины. Ну, хватит мне уже заражать. Хватит уже заражать. Все, хватит заражать. Так, машину заправили. Карманные боеприпасы. Так, где у нас антивирь? Нам срочно нужен антивирь. Так, что показывает? Где база? Где скросс? А-а-а, я понял, что это за точка. Ух ты, ни хрена себе! Ни хрена себе! Вот это я зашел. Чего вас так много-то тут стоит? Так, тут ни у кого ничего при себе, что ли? Ох ты, ни хрена себе! Вот это ни хрена себе! Меня в воде хватанули! И главное же этого паразита там в воде, понимаешь? Ты его даже гранатой не убьешь. Вот я пробовал, что-то у меня ни хрена не получалось, да? Ну что, открываем капельмейстер? Да открываем, конечно. Где тут антивирь ближайший? Интересно, там есть капельмейстер? Ну, сейчас с тобой мы узнаем. Ох, если его там нету, то нам с тобой хона. Не, ну почему сразу хана? Отобьемся потихоньку-то. Капельмейстер есть. Отлично, антивирь получили. Так, смотрим, что в красном ящике. В красном ящике кальтецкий. Вот мы сейчас его с тобой и возьмем себе. И будем с него всех гасить. Сейчас, ребята, занят я. А подведайте-ка буржуи молота тяжелого. Сейчас они мне все поломают. Что-то многовато вас, ребята. Так, а тебе молота, пожалуйста, двуручного. Или как он там, боевой. Боевые молота.
Боевые молота. Тихо, не выкидывать, а жрать. Ты видишь, у меня силы кончились. Так, ладно. Мы ребятишек постреляли. Так, вот они еще идут ко мне, красавцы. Пим-пи-бим. Пим-пи-бим. Так. Что ж тут у них есть интересного? Ухи. Ухи. Хисы. Понятно. Так, вот тут ящик какой-то поломанный. Как бы мне к нему подойти? В нем же что-то может быть. Ирпуха. Ну, еда тоже нужна. Так, там у нас, значит, эти, как их там, очки знаний. Тележурнал «Хочу все знать». Так, мамзель. Так, что тут у нас? Что тут у вас? Так, большие чуваки идут ко мне. Я вас раздамажил, теперь вам можно и молотом по харе надавать. Да ни хрена раздамажил, ты их, конечно, раздамажил, но не шибко-то. А в этом уже что-то воткнуто, смотри, из него палка торчит. Из тебя ж палка торчит, паразит ты такой. А тебе все мало. А тебе, а ты все понимаешь ли? О, дневник какой дали. Что с дневником тут ходит, понимаешь, записывать. Сегодня 348-й день постапокалипсиса. Прекрасная погода. Дует легкий ветерок, поют птички. Приехала какая-то мамзель на машине. И начала всех стрелять. Пойду узнаю, что там происходит. Сходил, узнал. Сходил, узнал на свою голову. Так. Это у нас край локации. Или дальше есть. Так, тут у нас... Ух ты! Тут у нас антителеса! Я совкусь! Антителеса со вкусом е со вкусе. Так, антителеса мы с тобой подобрали. Так, это все, это край локации. Тут дальше нет ни хаммеров, ни хренамеров. Так, вот сюда можно зайти полазить по этому домику? Не, он закрыт со всех сторон. Похоже, это Кагагай. У него тоже, смотри, дубинка-то имеется. Как говорил этот Шариков, три револьвера у самих имеются. Еще одного оглуши. О, ты гля. И мимо еще, главное, две пули. Понимаешь, две пули шли домой, дорогой ночной. Так. Ну, тут тайник, ой, да, тайник. Смотри, канистра вот на. Сейчас ее надо забрать за... О, вот сюда надо обязательно на территорию зайти. Там на территории очень часто лежат полезные штуки. Не всегда, но иногда бывает. Так, здесь у нас пусто. Так, нах территория. Это территория. Так, Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна. Ну, правильно. Мне в жизни будут только Светланы Сергеевны попадаться. Глушитель пистолета. С виду доска лежит никому не нужной, но подобрать нельзя. Так, здесь я был в этом хамерочке? Был. А, ну там он скрос у тебя открытый. Смотри, вот тут еще бывает ящики лежат с краю. Бывает вот на этом поддоне, а в этот раз тут что-то только один дали. В нем граната. Так. Ну, что-то неизвестно. То это ж тайник. Что тут неизвестного? Тоже мне тайну делают. Так, погоди, я в обоих этих хаммерах побывал? Да, в обоих. Все, пошли тайник открывать. Пошли тайник открывать. Жрем консервы. Ну, вроде как стамина вернулась. Так, тайничок, тайничок, тайничок ты меня называл. А вон ребятки стоят. Ну, им можно кинуть вот так эту гранатку и сказать: эй, пацаны, пацаны, ловите подарочек. Пацаны поймали и расстроились. Расстроились в салат по этому поводу. Стали похожи на салат. Я обычно гранат много набрал. У меня 11 штук. Но обычно гранаты, они это, круче, взрываются. Так, ну что же здесь мне дадут? 81556. Это для калаша. Хорошо, спасибо. Так, ну и что? С какой стороны нечисти придут? Вот какая-то одинокая нечисть пришла. Вот, ух ты, не одинокая. Ух ты, нечисти-то много. Зря ты, Шурик, вылез. Может быть... Перезарядочка. Перезарядочка. Так, сейчас мы с теми нечистями разберемся. Да куда ты? Да куда? Куда вы удалились? Что вам надо? Так, а что у нас там? Осталось забрать очки припасов и все на этом, да? Угу.
А вы эти глянь, злодеев, безумцев, ничего при себе. Ничего приличного при себе нет у этих злодеев и безумцев. Так. А тебя молотом угощу. На, молота. Хорошо, так. О, какие-то патроны мне дали. Так, антивирусол уже кончился. Ты видишь, как он быстро кончается, а? Как он, собака, быстро кончается. Не с той стороны подошел. Я извиняюсь. На! В борщецкий. Салатный. Понятно, в хаммере пустота. Еще вот в этих руинах можно покопаться. Но главное, под обвал не попасть, да? Патроны 45-го калибру. В UMP сгодятся. В руинах иногда тут бывают какие-то ящики. Но что-то у меня сейчас тут никаких ящиков нету. Так, тут машина моя уже должна стоять, по идее. Должна будет стоять. Да, вот она, моя машина. Так, топорик. Так, а вот рядом руины, туда давай заглянем. И вот в эти руины давай заглянем. Я туда не заглядывал, да? Нет. Давай заглянем вот в эти руины. Нет, эти руины закрыты, в них... Кто рычит? Кто рычится в дверь мою? Так, тут обвалы, Шурик, да знаю я. Так, вот ящики какие-то, смотри. В них гранат. Что-то гранат мне в этом разе надавали. Вот смотри, стол начальника. Что в столе начальника? А, у начальника спирт. Логично, логично. Логично, Ватсон. Вот еще какой-то, смотри. Армейский ящик. А в этом армейском ящике быстро, быстро сменный магазин. Чтобы быстро-быстро его сменять. Так, смотри, и какой? У меня вот тут какой-то забор остался, в него зайти. Я в нем еще не был, да? Так, движок у нас, смотри, поломанный сильно. Сильно поломанный движок, Шурик, мы с тобой наблюдаем. Кто же его так поломал-то? Так, тут у меня ни одного ящика нету, там я уже полазил, все, короче. Ну как, вроде как все места побывал, только забрать эти очки припасов. Правда, они мне особо не нужны, ну ладно, пошли заберем, и можно валить отсюда. Припасы будут вот тут. Это хорошая локация, в общем и целом. Так, здрасте. Ой, извиняюсь, я мимо. Ой, извиняюсь, я мимо бью. Так, есть тут трупы не исчезнувшие? Ой, тот оглушенный. Да блин. Обниматься сразу лезет. Опять оглушенный. Не, все. А, не, гля, шавелится еще. А я бы даже сказал, шаволится. Так, тут чуваков. Вот эти что-то не исчезли, значит, я у них что-то не забрал. Так, у одного взрывчатка, у другого хис. Хис. Поломали все к чертям кобелячим. Так, забираем. Так, ну капельмейстер я юзал, юзал. Нет, батарейки я в эти батарейки я вам давать не буду. Здесь верстак типа огонь есть? Нет, верстака типа огонь. Ну, просто у меня спиртяга появился. А спиртягой мы можем себе что? Правильно сделать. Так, Александр, а вот теперь нам надо с тобой серьезно ответить на вопрос. Куда же мы едем? Куда же мы с тобою едем? В какую локацию? Антивирус у нас на исходе. Антивирус на исходе. Тут антивирь будет. А тут мы проедем через убежище и через мишку. И мост. И вот тут антивири хрен будет. В убежище я могу сделать батарейки. Возможно. Или получить. У Мишки я могу что-нибудь продать. Но с другой стороны, у меня всего хватает. По оружию у меня вроде норм. Ну что там я у Мишки такого волшебного куплю? Ну ту же батарейку. Да я, наверное, не поеду, короче, сюда. И в убежище не поеду. Я, наверное, поеду сюда. Тут точно будет антивирь. Да? Да. Все, поехали. На военную, на заставу, на... Ну, в общем и целом, мне хватает же оружия. Только надо где-то верстак, типа костер, чтобы сделаем. Пропан. Пропан из спирта. Так, что-то у них мины. Вот, кстати, да, мины. Опа-на, женщина, которая плюет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Шурик, приседатель как барбос. Оружие дальнего боя. Что у меня, кольтецкий стоит, да? Так, в нем 300 патронов. Дробовик. 169, но мы его еще юзать не будем. Так, ракетница. Винтовка. Что там под калаш? Под калаш по-прежнему 50 патронов. Ладно, мы тогда давай берем... Нет, мы давай берем кольтецкий. И его сейчас начнем юзать. Начнем вот с кольтецкого работать. Так, тут вот еще, смотри, группа идет. Сотоварищей.
Они мне в тыл заходят. А где у нас пункт скросса впереди? Так. Блин, со всех сторон обступают, а? Ну, конечно, у тебя пушка такая громкая. Неудивительно, что они тебя со всех сторон обступают. Ай-яй-яй, взрывмейстер. Нахрен взрывмейстера. Обступают. Так, этих мы загасили. Ой, а там женщина что, убита, которая плюет? А, это прежде убита. Это не которая с тыла подступала. Да, это не тыловая крыса. Тыловая крыса. Блин, тебя бы, конечно, в рукопашечку. Но к тебе сейчас приблизишься, а за тобой там чуваки. Взрывайтесь там пока, ребят. О, хорошо, взорвались. Так, тихо, блин. Ни хрена ты, козлина какая. Так. Ну, вроде основную массу пострелял, да? Можно перейти на что-нибудь попроще. Ну, давай, так, пострелял. Пойдем тогда сейчас там что-то. Потому что действие антивирь у нас заканчивается. Не, я хотел с чувака забрать, я не хотел машину чинить. Че мне эта машина? Что мне это должно помочь? Что мне там может помочь? Слушай, а женщина плюющая сзади, которая шла, куда делась? Я ее убил чем-то? Я ее чем-то убил? Не, она вон стоит в воде, ей похрена. Тогда мы сейчас к ней не пойдем, потому что мне нужен антивирусол. Так, тут бомбы, Шурик, есть. А, вот она, эта штука. Так, а антивирусол у вас где? Тут, говорит, что-то неизвестное. В машине, отлично. Отлично, Шурик, берем антивирусол, открываем пункт скросса. И, кстати, пункт скросса, он может оказаться, это, оружие дальнего боя. Давай мы сейчас дробовик себе, вот сюда. Давай на него поставим вот этот вот обвес на время. Вот этот вот прекрасный обвес поставим на дробовик. Давайте мы его обвесим. Так, давайте на него целеуказатель даже еще навесим. Так, дробовик у нас цифра 1, заряжаем. Так, все, можно антивирь хряпнуть. Все, пошли пункт скросса открывать. Соберем оставшиеся. А, ну я понял, автоматически. Какая чудо эти турели? Почему я их не могу активировать? Потому что там написано, что у тебя должна быть какая-то нашивка на костюме. Кто-то взорвался, по-моему, да? Угу, капельмейстер есть, отлично. Так, а тут у нас что? Ну-ка, погодите, пацаны. О, многоствольный гранатомет. Люблю. Так, не вылезать, Шурик. Да я понял. Глянь, весь забор мне поломали, паразиты. Так, и какой-то еще вопросительный знак у нас. Ну что, кто там ко мне идет? Когда там ваш поток стихнет? А то вы поначалу чуть меня не укокошили. Как на меня все напали. Какой большой группой лиц. Так, кто-то идет, ага. Один идет. Хорошо, пусть идет. Так, ну а что, тут осталась женщина, которая плюет, она мне опасна, ну да. Слушай, Шурик, а тут вот может быть его глушить ее. Тут же может быть такой вот тайничок с батарейками армейский, да? Поэтому надо как бы полазить по всем этим закоулкам. Тут вполне может такой армейский... Тайничок, отлично, батарейку дали, спасибо. Он где-нибудь вот тут может быть. Так, тут еще завалы бывают, я знаю. Не, он не тут, он там дальше, где вот такие вот штуки колючкой обтянутые. Так, тут завалов нету, с виду вроде нету. Светлана Сергеевна. Да, вот такую вот надо штуку. Она, по-моему, на карте хрен обозначается, эта штука. Если я ничего не путаю. Или обозначается, не помню, что-то я забыл. Плохо, когда не помнишь и забыл. Ой, вообще очень плохо. Так, хомерок. Ты не шей мне срок. Давай его проверим. Спиртяга. Ни хрена нету в хамере. О, вот в таких местах это бывает. Да, похоже. Но вот тут его может и не быть. Место похожее. Место похожее, но не факт, что здесь эта штука будет. Чё-то я не могу обыскать вот эти ящики.
Они что, пустые? Или бабуля какая-то? Ну, не знаю, либо они пустые, либо бабуля какая-то. Где бабуля? Где бабуля? Не заряжается, Шурик. Что-то ты там не вовремя, что ли, нажал, почему-то осечка произошла по зарядке. Так, вот в таких местах это бывает. Да, в таких тоже бывает. В общем, так вот где-то вот примерно в таком месте может быть такой вот ящичек уникально оружейный. Ни хрена себе. Вы с ума сошли. О, мое почтение. Вы что там, не кончаетесь, да? Их, короче, оглушает эта насадка. О-о-о! По-моему, мне надо что-то посерьезнее. Их что-то многовато. Я что-то не пойму, вот этих гонцов заклинило, они отсюда вылезут когда-нибудь. Тут, Шурик, видишь, какой тайник стоит, красный. Так что, наверное, Шурик, здесь не будет тайника армейского, потому что есть красный. Так, пацаны, ну успокойтесь уже. Узбагойтесь. Так, прицел дали. Слушай, а вот здесь может быть электроника. Нет, здесь шиш лежал, Шурик. Шиш лежал. Ну тоже ничего. Так, что тут у пацанов? У этих ничего нету. Так, у этих тайник. Это тут один ходит. Так, у этого ничего нету. Этих тут ничего нету. Так, тут вот ящик. В нем шиш. Ну да, здесь тайника такого, я думаю, не будет, потому что был другой. Так, а как мне туда? А, по кругу надо зайти. Туда надо зайти, там еще ящик есть. Так, а вот здесь есть проход сюда? Так, а, нет, это надо вон с того края зайти. Блин, как вы тут все запутали. Как же вы тут все запутали? Вот отсюда надо зайти. Так, что-нибудь там пожрать, чтобы бегать побыстрее. Тонизирующие травки. Кровушки, главное, не выпей. Ага, то будешь очень быстро бегать. В следующей жизни. О, как запрятали. Ну, тут что-то хорошее должно быть. Глушитель для пистолета. Или тут пустота будет хорошая. Так, пусто. Пусто. Да. Так. Еще бы зайти можно было в эту дверь. Ладно, все, короче, открываем этот тайник. Я думаю, он должен быть нормальный. Ну, предполагаю. А может и нет, конечно. Ага, охрененный, но я все равно заберу. Охрененный он был, да. Целую батарейку потратил на 50 патронов для дробового ружья. Так, Шурик, вот с этой женщиной ты ничего не забрал. Она вот тут сидит и ждет тебя. Слушай, а где женщина, которая в воде сидела? О, антивирусол кончился, понимаю. Понимаю. Так. Так, в этой машине я был, да-да. Тут у нас все заперто, на эту базу ты не зайдешь. Так, слушай, а что тут эти чуваки не исчезли? В них что-то осталось? Не, вот один какой-то лежит. В нем осталась батарейка, ни хрена себе. А, вот куда женщина плюющая делась. Вот она. Хрена тебе 4 выстрела со спецна... И потом еще 3 удара, и тебе мало. Сколько ж там у тебя хп? Ни хрена себе. Ну ты вообще капец. Так, все, бабу можно не искать, бабу я нашел. Она вылезла и подошла к этому. Посмотреть, а что там такое жужжить? Пойду-ка я посмотрю, что там так интересно жужжить. Ты думаешь, тебе надо сюда идти в воду? Не, я думаю, мне сюда не надо. Сезон, нет, сегодня не будем купаться. Так, ну что, поехали дальше. Ну, правда, это уже дальше будет следующая серия. Я на сегодня закругляюсь. Тайминги сегодня жесткие. Так, ну что, значит, получается, городская улица, наверное, ну и нахрен. Сразу на мост или все-таки на улице потусоваться, а? Ну ладно, давай глянем, что там на улице. Может, там что-нибудь интересное. Ну, там антивирусолы вряд ли будут. На этих улицах что-то особо как-то ничего мне не попадается. Да? Мы сейчас только по карте глянем. И сразу поймем, что ни хрена там нету.
Так, городская улица. Ой, какая толпа нас против меня стоит красивая. Ой, какая толпа. Нет, ну много чего, но это уже в следующей серии. Провидению припоручаю вас, дети мои, заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.